В незаконной ЛНР отключили воду. Украина прекратила поставки на неподконтрольные территории из-за огромных долгов. Об этом сообщили власти Луганской области. Отмечают, водоснабжение возобновят только если боевики начнут оплачивать предоставленные им услуги. Говорят, что 90% воды предприятие поставляло на неподконтрольные территории, но оплаты не получало. Счета оплачивались из областного бюджета, больше 75 миллионов гривен, и за счет благотворительных фондов. Сейчас же денег в бюджете нет. Власти Луганщины акцентировали, именно боевики, которые взяли на себя ответственность за жизни людей, сейчас подвергают их риску остаться без воды, отопления и света в зимний период.